Привет всем! В этом видео вы узнаете о главном психологическом нюансе, о котором мне сказали в фильме «Секрет». Если вы не осознаете этот нюанс, мечты будут оставаться мечтами, и вы не получите желаемое. Объясню немного проще. Вы мечтаете, 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 занимаетесь визуализацией, но ничего не происходит. Почему так? Сейчас я вам все объясню. Итак, допустим, вы очень длительный период занимаетесь визуализацией, расклеили по квартире картинки красивой жизни, живете мечтой, но ничего не происходит. Почему ничего не происходит? Все из-за того, что вы слишком зациклились на мечте. Вы живете мечтой, но вы не живете настоящим. Вы продолжаете притягивать и притягивать картинки той жизни, о которой мечтаете. Вы накапливаете мысли. Но вы эти мысли не отпускаете. Вы настолько зациклились на мечте, вы настолько зациклились на хотении, что вы не чувствуете себя счастливым сейчас. Вы думаете, вот, я буду мечтать о деньгах, я получу определенную сумму денег, вот тогда я буду счастлив. Нет, вы тогда не будете счастлив. Вам нужно быть счастливым сейчас. Это очень важно. Вам нужно отпустить ваши мечты во Вселенную. Только тогда она вам ответит. Живите этим днем. Благодарите за то, что у вас есть две руки и две ноги. Благодарите за то, что у вас есть крыша над головой. Благодарите за то, что у вас есть еда. Осознайте, что вы уже счастливый человек. И вот только тогда, когда к вам придет это осознание, когда к вам придет это спокойствие, вы будете притягивать в свою жизнь все то, о чем мечтали. Такая же ситуация была и у меня. Я вам все рассказываю на своем личном опыте. Я через все это прошел. Когда я осознал, что я уже счастлив, а то, о чем я мечтаю, лишь дополнит мое счастье, вот только тогда кардинально начинала меняться моя жизнь. В вашем состоянии должны присутствовать три фактора. Первое – это настоящее время. Второе – это благодарность. И третье – это терпение. На своем конверте визуализации, в котором я храню картинки той жизни, о которой мечтаю, я написал такую фразу. «Спасибо за то, что все это у меня уже есть». Настоящее время и благодарность. Было бы круто этим пользоваться как можно раньше, но я никуда не спешу. Терпение. Это очень важно. Пожалуйста, осознайте это. Отпустите свои мечты. Успокойтесь. Благодарите за каждый божий день. Будьте счастливы уже сейчас. После того, как я это все осознал, я начал притягивать в свою жизнь деньги, путешествия с бешеной скоростью. Я даже притягивал деньги оттуда, откуда я вообще их не ожидал. Был даже такой случай, что мне на WebMoney пришло два платежа. Один на 5000 рублей, второй на 7000 рублей. И я не знаю, откуда пришли эти деньги. Я все проверил. И до сих пор не знаю, откуда эти деньги. Это очень сильная техника, которую почему-то мало кто понимает. Когда вы концентрируетесь не на прошении, а на благодарности. Когда вы благодарите, вы получите в 100 раз больше, чем когда вы просите. Вот так вот все просто в нашей жизни. И чтобы это все сработало, нужно лишь одно. Нужно этим жить, и все. Люди могут сказать, ну я попробую, если получится, я тебе поверю. Не получится. Не нужно пробовать, запомните, никогда ничего не пробуйте. Живите этим. И тогда у вас все получится на 1000000%. Потому что если вы будете жить этим всю жизнь, у вас даже не будет шанса на то, что это не получится. А скорость зависит от вашего отношения, от вашего мышления, от вашего осознания. На этом я с вами буду прощаться. Огромное спасибо всем за поддержку, за просмотр. Если понравилась данная рубрика, обязательно поставьте этому видео лайк. Подпишитесь на канал. Всем удачи. Пока.